Куда уходят старики? Неспешно, не прощаясь, и тусклым взглядом с подбровей к иконам обращаясь. Воспоминаний трудный путь, начертанный ногами, не давит, с сожалением, грудь. Свет меркнет пред глазами. Все вспомнил. Колыбель отца и запах сена в хате. Крик матери. Пора домой. Сверчка в углу палати. Как бодро шли ковать страну. Такое было время. Пахал, смахнув кровавый пот, не жалуясь на бремя. Любил людей. Да был один. Ценил вокруг живое. Он в родину по пояс врос. Забрать хотел с собою. Верст не посчитано болот, что за полжизни обходил. С трудом тут лошадь проживет. Он 40 лет счастливым жил. Куда уходят старики? Неспешно, не прощаясь, и тусклым взглядом с подбровей к иконам обращаясь. Кем был? Не нам его судить. Ушел о нас, жалея. Найди минуту. Помолись за упокой минея. 6 сентября 2017 года в больнице скончался Виктор Васильевич Минеев. Вы все его знали по нашим фильмам. Удивительной судьбы человек, последний местный житель Петрозерья. Пусть земля тебе будет пухом, Миней. Дорогие мои старики, дайте, я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Дорогие мои старики, дайте, я вас сейчас расцелую. Молодые мои старики, мы еще повоюем. Молодые мои старики, мы еще повоюем.